Ну что, у нас посылочка. Вот. Сейчас мы быстренько откроем, покажем, что там. Посылка открыта. Первое, что вам показываю. Антисноринг девайс. После всех процедур, которые я прошла по слип-апнее, вот, я заказала себе, хотя это делается у дантиста, конечно, по специальным технологиям, но я пока решила попробовать и заказать. Покажу позже, как это работает. А сейчас я вам показываю, мы заказали вот такие часы. Почему? У нас все старички такими пользуются. Потому что четко видно, какой день недели. Обед или ужин, не знаю, что тут написали так. Время, месяц, все. Работаем каждый день. Стали путаться с этими, с нашими реквизитами к врачам и так далее и тому подобное. Вызвала специалиста. That's a little. No, this is for me. It's kind of small. No. How would you set it? Where is the dial? God, you're going to be. I thought you said it's for old people. It's for idea. Saturday. Open. Pre-dawn. Open. What the hell is pre-dawn? I don't know why they put it pre-dawn. You American, you're supposed to know from this side. What do you mean? This clock's from China. Don't break it. Maybe we have to send back. Can you open nicely? Right there. Чудик. Would you call me? Чудик. Короче, разругались с Данилкой. Я ругалась, что он неаккуратно открывает коробку. Он убежал, осердился. Не хочу, говорит, твои эти часы. Ну, как-то вот привыкли они тут все рвать, ломать. Не хочу, говорит, твои часы теперь. Будильник, вот. Все, осердился. На стоечке. Все. Не хочет теперь. Ох. Сам без очков не видит ни хрена. Очки не одел. Russian. No Russian. No Russian. Oh, I got Polish. It says English, French, German, Dutch, Polish, Spanish, Italian, or Welsh. Why would they have Welsh? То, что мне нравится, и день недели, и число. И evening or morning. Ну, нам это еще не надо, но то, что день недели и число пригодится. Or you can change it to white, you can change it to yellow if you want. No, this is best. What, you want it in Welsh? No, what Welsh? Language? I'm wondering what the alarm sounds like. Play? I don't feel like playing it right now. Открываю вторую партию, так как у нас разные спальни, они далеко друг от друга. Все, конечно, пользуются сейчас телефонами. И будильниками в айфонах пользуются. Но мы вот такие старомодные. Плохо, конечно, что шнур. У меня тут все есть для шнура, но лишние шнуры мне не надо.
Вот такие у меня были часы. Надо нажимать. И видите, какой свет. Как бы, ну, не четко. Здесь видите, как четко. Так что для плохого зрения это вообще отлично. Это я сниму. Будильником я практически не пользуюсь. Я до сих пор стою сама. Вот видите, насколько продуманнее, ярко, издалека видно. Ну, решила вот сюда поставить. Пока было холодно, я с удовольствием пользовалась. Но вчера включила, уже стало жарко. Пришлось включить вентилятор. И вентилятор, ну вот воздух, который отсюда шел, сейчас я вам покажу, перенаправлял в другую сторону. И это не очень хорошо. О! Это исключительно для, когда холодно и в доме теплое отопление идет от кондиционера и сухость. А когда, видите, когда уже холодно, вернее, отоплением не пользуемся, включила вот вентилятор уже, на улице жарко, не туда дует, куда надо. Поэтому это исключительное только для холодной погоды, когда включено в доме отопление, теплый воздух, чтобы ни сухости не было. Ой, вот такая обновка. Видите, с большого расстояния видно. И число, и время. Это ждет меня на прогулку во все глаза. А потом будет игнорить меня после прогулки. Сейчас прямо такое внимание мне уделено. Ой-ой-ой-ой-ой, видите? Даже что-то пытаются говорить беззвучно. Ты маму-то любишь, что ли? А? Любишь маму? Гулять пойдешь с мамой, да? Показываю девайс. Новый девайс. От храпа. Вот такая коробочка. Достаем. Пластмассовые. Видите? Тут вот дырочки. Дырочки? Holes. Looks like a mouth guard. Yeah. I wore it when I played football. Are they comfortable? Mm-hmm. Okay. I would have washed them first. Mm-hmm. Yeah, with pamil. Some little Japanese guy's been touching them with his fingers. Кто-то, говорит, руками трогал. Oh, I'm sorry, Chinese. Вот такая вот фигня должна помочь. Вот тут отверстие. Do they open? No, they have holes. Okay. This is me. Good for you to breathe. Yeah. My Google button supposed to work. You will check. Tonight? I stop snoring or not. Tonight? Oh, the baby got her ball. Мячик принесла. She want to be part of video. Yeah. Where's your ball? Get your ball. Get your ball. Where's your ball? Get Есть ball. Разные. Более грубые, но я выбрала, знаете, щадящий, мягкий. So she wants to smell. Буду пробовать. So she wants to smell. Врач у меня спросил, хочу ли я маску. Ну, mild. Небольшое у меня sleep apnea. No. Данилка свои зубы тут сует. Толкиваю его. А я сказала нет. Он есть для носа, есть для маска, есть для рта. Так как я все равно одевала уже, чтобы зубами не скрежетать. Я думаю, что это как раз то, что надо. И зубами не буду скрежетать, и храпа не будет больше.
You like? Yeah. Well, will they work? Whether you like them or not. It'd be nice if they were red. Red, Mike. Or glow in the dark when they twinkle. I'm gonna check me tomorrow. I'll record you. Record. Запишу, говорит. I'll make a video that she can post. And then we'll chase all the animals out of your room when they think you're screaming and hollering like a water buffalo. А это ей свое. Yes, yes, гулять. Ждет меня. Сейчас пойду. Be careful with them, so Sochi doesn't get a hold of them. Вот такие у нас обновочки. Видите? Возрастные, по возрасту, так сказать. Ну, совсем маленькие, видите, небольшой. Есть там и из плотного материала предлагают. Но я пока выбрала вот такой. Он не дешевый, $30. Но, конечно, и не самый дорогой. А часы, по-моему, $50. Но они стоят того. Вчера я ездила на зумбу, а сегодня у меня прогулка в Сочи до работы. Вот, видите, она сейчас прямо около меня крутится. А придем с прогулки, она сразу убежит к Данилке, никакого внимания мне. А сейчас мама на первом месте, да, Чопик? Чопик ты мой, а? Вот, видите, какие у меня цветочки тут красивые. Разрослись. Пока не жарко было. Десять утра. Пробаловались в Сочи с часами целый. Час ушел у нас.